Где начинается путь артиста балета? Конечно, это хореографический колледж. Каждый год будущие артисты балета показывают на сцене театра свои достижения в хореографии. Это уникальная возможность проследить путь будущих звезд. Где и когда вы сможете насладиться творчеством молодых артистов, расскажу сразу после прогноза погоды на 3 июня в студии Павел Окунев. Здравствуйте! В ближайшие сутки по республике переменная облачность. Ветер северо-западный, порывами до 12 метров в секунду. По северным районам пасмурно, ветер восточный 2,6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 6. Днем температура воздуха плюс 9, плюс 10 градусов Цельсия. Вероятность осадков низкая. На юге ясно, ветер западный 5,1 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем температура воздуха плюс 13, плюс 19 градусов Цельсия. Вероятность осадков высокая. В Улан-Удэ малооблачно, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 10, плюс 12 градусов. Днем температура воздуха плюс 13, плюс 17 градусов Цельсия. Вероятность осадков высокая. Это был прогноз погоды на субботу 3 июня. Уже 9 июня в 18:00 в Театре оперы и балета состоится концерт «Единство музыки танца». В первом отделении вы сможете насладиться балетом Шопеньяна в сопровождении оркестра под руководством Владимира Алексеевича Рылова. До встречи в театре!